Завтра день рождения у Владимира Ильича Ленина. Хочу вас поздравить с этой прекрасной датой. К нам приехало около 30 международных делегаций, которые готовят столетие Великого Октября. Специально приехали к дню рождения Ленина и будут участвовать в наших мероприятиях. Сегодня в театре на Таганке мы проводим большой литературно-музыкальный вечер, посвященный гению человечества и создателю первого советского государства. Вместо того, чтобы отметить эту выдающуюся дату, те, кто продолжают дело фашизма, вчера выступили с откровенной 100% провокацией. Мне казалось, что у них есть мозги, совести там давно нет. Но в данном случае они выступают последователи именно Гитлера. Гитлер был самым крупным, самым злобным ненавистником советской власти и ленинско-сталинской модернизации. Этот идол человечества был отвергнут, был осужден трибуналом, но его последователи не успокоились на нашей победоносной земле. Мы считаем, что это вызов всем гражданам нашей страны, независимо от партийной принадлежности. 4 так называемых депутата выступили с законодательной инициативой раскопать мавзолей и опошлить всю советскую историю. Они забыли, видимо, что именно на мавзолее советское правительство принимало победный парад. Они забыли, что все фашистские стандартные знамена были брошены к подножию мавзолея. Они забыли, что именно на мавзолее принимали и встречали первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Они забыли, что все крупнейшие парады проходят на Красной площади, той площади, которая олицетворяет нашу тысячелетнюю державность и которая занесена ЮНЕСКО в сокровищницу мировой культуры. И тем не менее этим, с позволения сказать инициаторам, не спится. Эти приспешники испугались происходящего, единороссы срочно отозвали свои подписи. Остался один Жириновец, но для нас тут нет никакой новости, ибо на государственном телевидении уже полсотни раз мы слышим антисоветские выпады господина Жириновского, которые не укладываются ни в требования президента сплоченности общества, ни в призывы святейшего патриарха Кирилла сплотить общество на лучших ценностях Святой Руси, российской державности и советской справедливости. Они не вкладываются ни в какие нормы этики и элементарного порядка. Мы не просто рассматриваем это как вызов общественности, мы рассматриваем это как крупнейшую провокацию против всей российской государственности. Никаких других подписей, кроме подписи Владимира Ульянова Ленина, под созданием Российской Федерации нет и не существует. Никаких других подписей, кроме подписи Сталина, о создании ООН и Совета Безопасности, где мы и по сегодняшний день обладаем правом вето, тоже нет. Поэтому это выпад и против призыва президента сплотить общество на фоне тех провокаций, санкций, которые сегодня волной катятся против нашей державы. Для тех, кто позабыл историю, еще раз хочу напомнить. Ни Ленин, ни Сталин приходили в кабинет царю Николаю II, требуя ее отрешения. После революции 1905 года Ленин 10-й год был в заграничной в эмиграции, Сталин 5-й раз сидел в ссылке в Туруханском крае. Не красные командиры пришли требовать отрешения царя, а пришли требовать... Буржуазные лидеры Гучков и Шульгин пришли требовать царские генералы Алексеев и Русский, которые клялись Богу, царю и Отечеству. Не Дзержинский арестовал Николая II и членов его семьи, что было сделано по отношению к членам семьи абсолютно незаконно, а именно царские генералы и временное буржуазное правительство. Не Ленин подписывал декрет о ссылке семьи в Тобольск, а временное правительство приняло это преступное решение, взбунтовавшись в стране, где в каждой второй губернии было введено военное чрезвычайное положение. Хочу прямо сказать, что мы все обязаны Ленину и Сталину сохранению нашей государственности.
Именно на съезде Советов были собраны представители всех распавшихся наших республик и регионов, и они единогласно проголосовали за воссоздание в новой форме Великого Союзного Государства Союза СССР российской державной тысячелетней государственности. Хочу вам напомнить, что эта государственность была обеспечена необходимыми декретами, которые поддержала практически вся страна. И вся страна приняла решение на своих законодательных собраниях, включая высший законодательный орган страны, о захоронении Ленина в той форме, которой сегодня существует реально. Причем Ленин и в соответствии с сегодняшними законами похоронен так, как подобается. В наших законах записано, есть две формы захоронения. Форма могилы и склепа. Он лежит в склепе, что является традиционной православной формой и никаким вызовом уточнением дополнительно не требуется. Если смотреть на чисто морально-этическую сторону, то я собирал всех родственников, тех, кто захоронен на Красной площади. Все в полном составе написали письмо президенту о том, что они категорически против любых раскопок и унижения осквернения Красной площади. То есть они подтвердили свою волю и подтвердили волю ваших отцов и дедов для того, чтобы это захоронение было в подобной форме. Кстати, это не первая попытка, которую осуществили жириновцы и припнувшие к ним три единоросса. Я эту попытку слышал в Кремле, в кабинете президента Путина. Когда заявили о том, что давайте что-то раскапывать, я попросил слова и дал историческую справку. Повторяю и вам ее. Если брать или пытаться что-то раскапывать, давайте сначала определимся, с чего начнем. Самые древние захоронения от Москвы реки у Кремлевской стены. Затем за три века, начиная с Ивана Клиты, все державные цари и члены их семей похоронены в двух соборах Кремля. 400 с лишним человек захоронены на Красной площади, включая основателей советского государства. Там же захоронены гении нашей науки Келдыш, Королёв, Курчатов, которые обеспечили прорыв в космос и создание ракетно-ядерного паритета. Там же покоится прах первого космонавта Юрия Гагарина и его товарищей. Так что давайте определяться. А дальше Александровский сад с могилой неизвестного солдата и священной землей всех городов-героев и города-героя крепости Брест. Вот сегодня как сложилась история. Весь этот ансамбль, повторяю, охраняется ЮНЕСКО. И никаких раскопок и пересмотров, без в том числе и международного мнения, это не подлежит. То, что вчера было сделано, это сделано было просто мерзопакостно. Еще раз повторяю, я считаю, могли это сделать только законченные последние мерзавцы, тем более накануне дня рождения. Ну и для всем фашистующим либералам и всей этой своры, которая сегодня взялась и пытается придушить Россию, хочу напомнить историю еще раз. Значит, фашизм в Германии начинался с прихода Гитлера, но распоясался фашизм после того, когда полусумасшедший ван дер Любе поджег Рейхстаг. Свалили на коммунистов, социалистов, приписали туда профсоюзных лидеров, потом одних расстреляли, вторых отправили в газовые камеры, третьих выгнали из страны. И понеслась. Так начиналась фактически Вторая мировая война. Война против нашей страны идет беспощадная. Вокруг нас две пороховые бочки на Украине и на Ближнем Востоке. И те, кто сегодня поджигает внутри страны Красную площадь, те, кто тянет эту проказу во все регионы страны, те должны очень внимательно посмотреть на ситуацию, которая сложилась на Украине. Начинали с погрома памятнику на Крещатике. Этот памятник открывал нашу выставку накануне Второй мировой войны в Америке. И великолепное скульптурное изображение вождя революции. На этом памятнике были высечены слова «Только вместе, в союзе, с рабочими крестьянами России Украина может быть свободной и независимой. В противном случае об этом не может быть и речи». Сегодня вы видите, не может быть речи никакой о той Украине Порошенко,
которая погрязла в нацизме, бандеровщине и руководится американскими ЦРУшниками. Мы все сделаем, чтобы это не повторилось в нашей любимой стране. Но провокаторам хочу напомнить, 91-го года больше не будет. Когда отсиживались, когда сносили памятник Дзержинскому, те, кто присягал, когда армия, которая присягала советской стране и красному флагу, безвольно смотрела, как ее сдирают с Кремля, без всякого референдума и на то решение и так далее. Когда смотрели безвольно, как же во главе Ельцин, во главе с Чубайсом распродавал последнюю собственность. За 25 лет она протрезвела, она понимает, кто стоит за этими мерзостями, и безвольно смотреть на эти провокации, заверяю вас, она не будет. Поэтому приглашаю завтра прийти поклониться ко всем памятным местам, связанных с великой советской эпохой, нашей победой и ленинским знаменем. Приглашаю и на наши манифестации. Мы их проводим в рамках закона честно и достойно. Но предупреждаем всех провокаторов. В данном случае мы отмобилизуем всю страну, всех, кто верен присяге нашей тысячелетней державности. Я думаю, нас в этой праведном деле поддержат. Мы не допустим, чтобы они распоясались так, как распоясалась бандеровщина на Украине. Сегодня нечего ахать. А те, кто совершают эти провокации, тем приглашаю, чтобы они... Нет, они нам не нужны завтра. Вот. Приглашаю, желаю, чтобы они не повязывали георгиевские ленточки. Потому что стоять на площади рядом с великими, им там не место. Их надо давно гнать оттуда палкой и проявлять волю. В противном случае мы опять доживем до самых крупных неприятностей. Я надеюсь, что из этого урока вся страна сделает соответствующие выводы. Но еще раз хочу высказать свое требование к Совету Безопасности. Рассмотрите эту инициативу и дайте нам официальный ответ. Гаранты должны давать гарантии стабильности в стране. Если призываем к стабильности, соединению Святой Руси и к сплоченности всего общества, то должны одновременно видеть опасность, которая возникла у каждого за спиной. Соединение компрадорской олигархии, их миллиардов и новых фюреров вместе с антисоветской жириновщиной и либеральствующим фашизмом. Вот сегодня главная угроза каждому и в целом стране. Я думаю, что Россия не позволит распоясаться этим мерзавцам, которые сегодня плюют тот колодец, из которого все мы едим и пьем.